Очередной успех орловского грэпплинга. Из Курска наши спортсмены привезли урожай наград и десятки победных фото. В соседнем регионе прошел открытый турнир по спортивной борьбе «Грэпплинг». Своих делегатов прислали Воронежская, Белгородская, Московская, Орловская области. В соревнованиях принимали участие свыше 300 спортсменов, 5 возрастных групп. В итоге у нас 1 золотая медаль, 5 серебряных и 7 бронзовых. Конкуренция на этих соревнованиях была серьезная, говорит Давид Оганесян, руководитель Федерации грэпплинга Орловской области. Уровень спортсменов был достаточно высокий. На соревнованиях принимали участие участники со всего Черноземья. Орловская область представляла 21 человек. Самые тяжелые схватки были в легких весовых категориях. Они очень скоростные. Грэпплинг называют умной и рациональной борьбой, где побеждает тактически грамотный противник. Этот вид спорта включает приемы самбо, вольной борьбы, дзюдо и джиу-джитсу. Решающую роль в единоборстве играет техника спортсмена. Такие характеристики грэпплинга встречаются чаще всего. Федерация грэпплинга Орловской области основана в 2015 году. К нам можно присоединиться в спорткомплексе «Юность России» и также в других клубах нашего города. Заниматься грэпплингом можно в любом возрасте, ограничений нет. Грэпплинг также называется шахматами на ковре.